Привет. Сейчас я сделаю пакет трейсер 8.4.1.2. Последний пакет трейсер в этой главе, 8. А здесь у нас просто комплексная настройка трех маршрутизаторов. И все довольно просто, потому что здесь у нас есть IP-адреса всех, кроме компьютеров, но нам сказано, какие на них. Что ж, давайте просто начнем. Сначала нужно настроить RA. Здесь интерфейсы настроить, все просто. Я подготовил заранее файлик. Смотрим RA. Заходим в первый интерфейс, указываем его IP-адрес маску из таблицы. Включаем его, переходим в следующий, также делаем. Потом настраиваем роутер OSPF. ID у нас один у всех. Роутер ID у RA 4 единицы, у RB 4 двойки, вот он. Потом прописываем две сети, вот эти вот, которые настроили. Просто сеть, сеть. Вот эта вот сеть и вот эта вот сеть. Зона нулевая, у нас здесь нет разделения на зоны пока что. И включаем пассивный интерфейс, делаем интерфейс пассивным, который ведет к SA, то есть к коммутатору. Давайте это все скопируем и настроим. Копирую, заходим в RA, командная строка, enable, configure terminal. И вставляю. Все, мы настроили RA. Вот у нас здесь зелененькая стрелочка. Можно посмотреть check results. И увидеть, что у нас RA настроен полностью верно. Везде галочки. В RB здесь у нас была IPv4 адресация. В RB у нас вместе IPv4 и IPv6. В RC только IPv6. Я об этом забыл сказать. Сейчас мы настроим RB. Здесь у нас отдельно мы будем настраивать IPv4. Сначала включим unicast routing IPv6. Потом сразу заходим в интерфейсы. Это мы сначала прописываем, чтобы в интерфейсах сразу настраивать IPv6 адреса. То несколько раз между интерфейсами не прыгать. Заходим в RB в первый интерфейс G00. Настраиваем IP-адрес, IPv4 и IPv6. Также для IPv6 link local прописываем. И указываем OSPF 1 area 0. Так как мы помним, в OSPF 3 версии нужно указывать это в интерфейсах для IPv6. Поэтому в интерфейсе сразу прописываем зону 0. Здесь для всех будет зона 0. И включаем этот интерфейс. Также делаем со следующим. Здесь у нас только IPv6 адресация, так как он ведет к RC. Вот этот ведет к ПК, этот к RC. Вот у нас здесь все так же, просто меняется IPv6 адрес и нет IPv4. Включаем интерфейс и настраиваем путь к RA. А здесь у нас опять адрес, только в этот раз IPv4. И просто включаем, больше ничего. А потом настраиваем роутер OSPF 1. ID 1, роутер ID для RB у нас 4 двойки. Пассивный интерфейс ведет к SB. Две сети. И IPv6, роутер OSPF. Тоже настраиваем, здесь только роутер ID указать. Сети для роутер IPv6, роутер OSPF, мы настраиваем в самих интерфейсах. Я уже об этом говорил. Копируйте команды. И в RB их вставляю. Командная строка. Enable. Configure Terminal. И вставляю их. Все. Мы настроили и IPv6, и IPv4, и IPv6 на RB. Давайте Check Results нажмем. Посмотрим. Assessment Items. RB полностью настроен верно, как мы видим. Дальше. Дальше нам нужно настроить RC. Здесь у нас только IPv6. Вот он, RC. Я это скопирую, и давайте объясню. Сначала включаем unicast routing, потом так же, как в RB по интерфейсам прыгаем, подключаем на них, прописываем на них IP-адреса, link local, и IPv6 OSPF, зона 0. OSPF 1, зона 0. Зона везде 0. Следующий интерфейс также, здесь их два. Потом настраиваем OSPF для OSPF 3 версии для RC. Здесь у нас только роутер ID 4 тройки. Надеюсь, все понятно. И давайте настроим RC. Enable. Configure Terminal. И вставляю наши команды. Все. RC у нас настроен. Также мы видим, что у нас на RB появилось сообщение, что у нас подключилось он. Все сходится, все работает. Check Results. У нас здесь 30 из 42, нам нужно настроить еще 3 компьютера. RC, видим, правильно настроен. Остались компьютеры. Для компьютеров нам самим нужно
Так, я потерял инструкцию. Вот она. Для компьютеров нам самим нужно настроить айпишники. Но здесь сказано какие. Вот здесь, например, для ПК B и ПК C нужно использовать второй допустимый адрес в сети IPv6. А для ПК А и ПК Б для IPv4 использовать самый последний адрес IPv4. Я их вот уже нашел, выписал. Все очень просто. Просто смотрим в таблицу, смотрим сеть и выписываем. Вот таблица. Надеюсь, понятно. Заходим в ПК А. Десктоп, IP конфигурация. Вставляем IP адрес ПК А. Копирую, вставляю. Маску под сети. Копирую, вставляю. И дефолт Gateway. Копирую, вставляю. Закрываю, открываю, чтобы проверить, что все сохранилось. Все правильно. Также настраиваем ПК Б. Только здесь у нас не только IPv4, а и IPv6. Вот для ПК Б IPv4, последний, как мы читали, в сети. Его маска под сети, такая же, как у ПК А. Маска под сети. Дефолт Gateway. Ctrl-V. Закрываем, открываем, все сохранилось. Теперь IPv6 для ПК Б. Копируем IPv6 адрес, но без слэш-64. Второй видим адрес в этой сети. 64 отдельно тут прописываем, 64. И дефолт Gateway тоже вставляем. Закрываем, открываем, все сохранилось, все работает. ПК С здесь также, но только IPv6. Вот у нас IP-адрес, опять-таки второй в сети. 64 вручную прописать. И дефолт Gateway. Копируем, вставляем. Закрываем, открываем, все сохранилось. Смотрим check results, все ли правильно. Assessment items 100 из 100, 42 из 42. Везде все настроено правильно. Надеюсь, вы поняли, как я все это настраивал. На самом деле все очень просто, если просто знать команды. На этом все. Пока.